Модели развития человечества и решения глобальных проблем обсуждают на Международном научном конгрессе «Глобалистика». Он проходит в Москве. Ученые-эксперты представят доклады по энергетике, экологии, здравоохранению, а также продовольственной безопасности. 20-е годы 21 века будут чрезвычайно сложными. Они еще только начались. А видите, уже сколько приключений нашло себе на свою историю вся человеческая цивилизация. И вот в этом задача, в том числе, Конгресса «Глобалистика», для того, чтобы прогнозировать, моделировать, уберегать человечество от обострения глобальных проблем. В момент геополитического перелома общее направление сотрудничества России необходимо координировать с новыми центрами силы – Китаем, Индией и другими странами глобального юга, отмечают участники Конгресса. Мы переживаем цивилизационный кризис с самого начала 21 века, связанный вот со спадом западных цивилизаций во главе с Соединенными Штатами Америки и восхождением восточных цивилизаций во главе с Россией, Китаем, Индией. Это закономерный процесс. И вот мы как раз в мире сегодня наблюдаем последствия вот этого цивилизационного кризиса, который, ну, человечество будет переживать, пожалуй, 20-е годы, а может быть и 30-е годы.